Вот после пресс-конференции вы обнялись нарком, пожали друг другу руки. Что вы ему сказали по поводу сборной, что он вам ответил? Ну, по большому счету, такого прямого ответа не было. Я ему сказал, ну, наверное, после такого поражения будет непросто. Он говорит, да, я крепкий мужик, и поверьте, что у меня ничего там не может сбить с пути, который я решил. Вот сейчас-то, во-первых, сильно ли отвлекало знарка вот этот разговор о сборной, переговоры, к Мутко он ездил, с Третьяком? Ну, я думаю, что не сильно, но отвлекало точно. И, ну, это, конечно, не плюс ему был, но я думаю, это маленькая причина поражения «Динамо». Что сейчас? Потому что одни думали, что вот если «Динамо» дойдет до финала, можно уходить на победной ноте. Сейчас получается, что вылетели в первом раунде. Брать сборную, не брать. Оставаться «Динамо», я не думаю, оставаться. Я думаю, если он уже решение принято, что «Знарок» будет главный тренер, сейчас для него оптимальная ситуация, чуть-чуть передохнуть, действительно поехать отдохнуть, определиться с кандидатами и с 1 или 2 апреля начать готовить сборную к чемпионату мира. Но я сам не знаю, будет ли он главный тренер сборной. Еще под вопросом это? Я это не видел нигде приказано. Как изменится вообще игра сборной, если ее все-таки возглавит Знарок в сравнении с Белединов? Будет Форчекинг, а не откат? Вот, как в нюансах? Изменится. Я думаю, больше внимания, конечно, атаки будет. Потому что, ну вот, игра Акбарса показала, что, ну, нельзя абсолютно вот... И игра сборной Олимпиады показала, что очень... Повышенное внимание обороне было на собраниях, на подготовке. Атаки не оказалось ни у сборной, ни у Акбарса. Вы, кстати, обратили внимание, как спасал матч при счете 0-2? Там даже было и на грани, и за грани, даже вратаря прессовали, и били. То есть на войне все средства хороши. Вот при счете 1-3 с финнами, я думаю, вот такая была бы. Даже когда вратаря бить в голову, даже тоже можно, лишь бы спасти игру любыми методами. Ну, опять же, некорректно мне там сравнивать работу Белединова и Знарока. Я обоих очень уважаю, но я думаю, что... Здоровая агрессия, имею в виду, здоровая точно агрессия. Точно будет это, что 100% будет сборная агрессивнее играть, это сомнений нет. Ну и последний пару вопросов. Главное, из-за чего «Динамо» проиграл себе в «Локомотиве»? А комплекс причин одной не было. Все равно недооценили «Локомотив», это точно. Плюс вот все проблемы, плюс травмы у «Динамо» сказались. Плюс и Еременко этот месяц, что пропустил, он не сыграл так, как он играл в прошлом, позапрошлом году. Плюс все равно команда не стала свежей, моложе. И те же иностранцы не сыграли так здорово. Ну и проблема «Динамо», безусловно, атака. Ну что, один гол в 7 матчах в большинстве, это вообще просто провально. И всего 10 шайб в 7 матчах, это тоже провал. Атака «Динамо» требует усиления по всем параметрам. Этот «Локомотив» может стать чемпионом? Этот «Локомотив» может стать чемпионом. А как? И думаю, что серия со СКА будет очень интересной для всех болельщиков. И СКА не ждет легкая прогулка. И я не отдаю преимущество СКА 50 на 50 точно. А к чему готовится СКА? Ну, понятно, что они видели, как играли с «Динамо». То есть там будет Ковальчука очень плотно прессовать, да? Там Панарин. Я думаю, что всех. Там это жесткие ребята. И тот же Плотников будет играть с Ковальчуком, если он захочет. И с Панарином очень жестко. И там есть ребята, которые... окажут серьезный пример. Просто глубины состава в нападении может не хватить у «Локомотива». И последний вопрос. Оцените тот путь, который прошел «Локомотив» от страшной авиакатастрофы до вот этого момента, когда команда не просто возродилась, а она боеспособная в плей-офф. То есть какие вот эти... Что было сделано самое главное с вашей точки зрения? Яковлева работа, Воробьева работа. Супер. Я думаю, все равно огромная заслуга Яковлева. Он знал, что он делает. Каждый его шаг был продуманным. Если даже тот шаг, который он думал, что правильный был, не совсем правильный, он умел. Главное его достоинство, он умел исправлять свои ошибки. Он их исправлял и шел вперед и вперед. И то, что он поставил Воробьева, который поставил игру в обороне очень здорово и вовремя поменял на Кинга. И то решение, что Кинга именно пригласил. Это вообще нонсенс. Его же да. Все списали из этой книжки. Это точно. Но на самом деле книгу я только что перечитал. Ничего там такого нет. Это, ну, обидно для кого-то конкретно. На самом деле он эту книгу для канадцев написал. А для канадцев она была бы просто интересная. И там никто в голову ни за кого не парился. Ну, ему 67 лет почти. Ну, Воробьеву сколько?
Но все равно в таком возрасте брать тренера, как бы. Ну, гениальная ставка все-таки, да, Яковлев? Я думаю, просто еще же это точно. Яковлев в этом на 100% прав. И главное, на скамейке посмотрите, как ведется Кир. 57 лет, а он как старший товарищ, и взаимоотношения и с тренером, и с игроками просто потрясающие. Они одна семья стала. Спасибо вам.